Свыше 2000 медицинских работников, высококлассных специалистов успешно работают в нашем муниципалитете. О представителях медицины, врачах, медицинских сестрах, фельдшерах, санитарках всегда говорится много добрых слов. И они по праву заслуживают их своим нелегким, но очень нужным людям трудом. Милосердие, отзывчивость, любовь к своему делу, знания и большой опыт – все это есть у славянских медицинских работников, лучшие из которых были приглашены на торжественный прием главе Славянского района в честь их профессионального праздника. Профессия медицинского работника – одна из самых востребованных и необходимых для людей, и она пользуется в нашем обществе неизменным уважением. Виновников торжества от всего сердца поздравил Роман Синеговский. Есть целая служба. Значит, и в Славянском районе, центральной районной больнице, и больницы, которые работают, и ФАП, и все. Поверьте, мы ценим вашу работу, потому что как никогда понимаем, какой это труд, классы, навыки есть, знания есть. А оборудование хотелось бы, конечно, чтобы где-то было посовременнее, потому что мы сегодня уже живем в 21 веке, и те люди, которые в этом разбираются, которые приезжают из частных клиник, из больших городов, конечно, понимают, что этот момент есть. Но в то же время вы всегда с нами, вы лечите нас, лечите наших детей, лечите наших родителей. Самые теплые слова в адрес приглашенных и их коллег сказал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Особые слова благодарности за ваш профессионализм, за преданность профессии, за вашу любовь, сострадательность, терпимость. Хочется пожелать вам, вашим семьям, крепкого здоровья, семейного благополучия и простого вот такого человеческого счастья. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко присоединился к поздравлениям. В ваших руках жизнь. И вот сегодня у нас и родильное отделение представлено, и ФАП, и поликлиники, и стационары, и все, кто нас окружает, это действительно вы представляете ту серьезную машину здравоохранения. В любых случаях, по любому обращению, каждый на своем поприще, выполняя свои функции, занимаетесь самым важным – это сохранением жизни и здоровья тех людей, которые к вам обращаются. Артисты городского дома культуры порадовали собравшихся своим искусством. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление здоровья жителей Славянского района и в честь профессионального праздника каждому приглашенному на прием вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Конечно, для награжденных было очень приятно, что их труд оценили по достоинству. И, конечно, потом всю свою врачебную жизнь посвятила кардиологии. У нас были прекрасные наставники, прекрасные, и они нас учили «любите людей». Любите своих пациентов. Знаете, что в медицине слово лечит и слово ранит. Вот это нужно обязательно помнить не только молодым, но и всем врачам. И в день медицинского работника всем хочу пожелать доброго здоровья, трудовой большой деятельности. Если изначально мы не вылечим детей, соответственно, все это в дальнейшем уже во взрослой жизни будет проявлять свои заболевания. Стал детским хирургом. Здесь я уже в Славянском Кубани с 2005 года, работаю в стационаре, работаю в поликлинике, в принципе, перекрываю всю детскую хирургию. Это особенный контингент больных, пациентов, которым особенно это младший возраст детский, которым очень сложно поставить иногда диагноз, поэтому все как бы и на своей интуиции, на своих знаниях, на опыте. Ну и, конечно, все вспомогательные моменты, там, инструментальные, лабораторные данные. Ну, по крайней мере, работаем.
Любовь Сизых и Алексей Никитин – высококвалифицированные врачи с большим опытом, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень, изучают практику современных методов лечения. Медицинские работники нашего муниципалитета – знающие и неравнодушные специалисты, и они достойны высокого доверия, ведь им доверяют самое дорогое – здоровье и жизнь. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».